Иван Мазепа, герой Украины, уникальная личность и уникальный случай. Вы спросите, в чем же его уникальность? Смотрите и поймете. В 1740 году был опубликован дневник убитого под Полтавой шведа Густава Адлерфельда, камергера Карла XII. В дневнике опубликованы условия союза гетмана Мазепы с поляками. Цитирую. Союз был основан на следующих статьях. Мазепа должен вернуть всю Украину полякам, которая совместно с Северщиной, а также провинциями Киевской, Черниговской и Смоленской должны вернуться под польское владение. В качестве вознаграждения за это Мазепе обещан титул князя с воеводствами Витебским и Полоцким на тех же условиях, на которых герцог Курляндии владел своими землями. Так в чем же его уникальность, спросите вы? А уникальность его в том, что продавший земли Украины вместе со своим народом за красивый титул является героем этой страны и даже печатается на национальной валюте. Такого нигде в мире больше нет.